это продолжение прохождения игры Готика. Вы, наверное, удивлены, почему я сейчас не в новом лагере нахожусь, ведь в прошлый раз мы закончили именно там, но я тут вспомнил, что у меня есть кое-какие незаконченные дела. Поэтому сначала я их закончу, а потом вернусь в новый лагерь. Давай, мне с тобой поговорить надо. Покажи. Так. Я у него собирался вроде стрелы купить или лук новый. Так. А по-моему, и то, и другое. Если мне память не изменяет. Ладно, давайте ему сейчас все сдаем, ненужное покамест. Только наши оружие. Так, почем там у него лук самый мощный? Убийца орков. Вот я его хочу. Можно продать старый лук и облачение магов воды. О, теперь и на стрелы хватит. Мне арбалетные нужны стрелы тоже. Так. Ну и для лука. Еще руды возьму. Так, ладно. И немножко стрел. Во-первых, надену свой меч вместо этого мелкого топорика. Ой, не хватает 16 единиц ловкости. Блин, и нафига я лук тогда продавал? Забыл, у меня же этот есть, арбалетик. Так что не пропаду. Нет очков обучения. Ё-моё. А чё ж я тогда туда пошёл? Я чё хотел сделать? Мне показалось, что у меня 2 очка обучения осталось. Я сейчас к Диего зайду, чтобы он мне силу повысил. Я смог использовать вот этот меч. А теперь мне что делать? Убивать-то тут некого. Всех уже убил. Нужно кого-нибудь убить. Но кого? Вырезал всех. Никого. О, шершень. Стоп. А это там что? Старая книга. Похоже, мы нашли следующий том Хромонина. А, ну тут только один шершень. Одного будет недостаточно. Нужно еще. Блин, я и скелетов повырезал.
опыта нормально еще не набрал, все равно. Понятно. В общем, мне делать нечего, придется пока использовать этот меч. А может, у меня какое-нибудь колечко есть, которое силу дает? Это бонус к ловкости. Бонус к силе 10. Мне еще один бонус к силе. Ну, нет, у меня нет таких. А, думаю, найду еще у торговца. Идемте в новый лагерь. Назад. Так, Риордан. Во имя ма... Покажи козельки. Хотя мне платить-то нечем особо уже. У меня зелек сколько? Мне не нужны зельки, сейчас же война начнется. Еще есть, но она мне пригодится. Ладно, кое-что надо убрать. Наоборот, еще надо что-то взять. У него колец нет. Стоп, я же за кольцом пришел. А у меня свитки не нужны есть. О, точно, у меня же есть сердца големов. Можно их смело продать. О, вот теперь можно и свитков. Точнее, зелек накупить. Хотя, раз эта частица... А, нет, это сердце такое дорогое. Прибережем его. А, ладно, дам ему руду. Стоп. Это я... Это наоборот. Нет, нет, нет. Это мне надо у него что-то взять. Брать-то нечего. Да. Трудно тут. Возьмем болотник хоть что ли. Не хватает. Теперь этот Кронос. Где он там? Почему акробатика не сработала? Тьфу, задолбало меня это. Не будем пить зелье. Поспим. Вон он. Давай лучше сменим тему. Может быть, это правда. Я хоть... Вот. Кольцо силы еще одно. Но мне и ловкость нужна. Кольцо могущества.
Мне вот оно, что эта проблема кольцо силы, решена. Амулет могущества. Так. Я не причастен к этому делу. А у меня сколько какой амулет? Повторять одно и то же. Я не причастен. Защита от огня и от магии. Блин, но он мне нужен. Раньше было все гораздо лучше. Сейчас посмотрим, может у него что-нибудь посильнее есть. Я могу... А, нет, не то. Да ё-моё! Я хочу... Во. Может у него что помощнее есть? Кольцо воинского могущества. Со мной такого не случится. Хм. Одно такое кольцо заменит два. Беру его. Взамен даю тебе сердце голема. Хотя... Надо тогда снять одно из колец, чтобы продать его. Кольцо силы? Или коль... Давайте кольцо Мордрога снимем. Каждый может обмануть. Здесь нельзя говорить, что попало. Так, эй, постой. Постой. Вои... Давай мне снова это кольцо. Я тебе отдаю кольцо Мордрога и где? О, и сердце голема. О, даже еще что-то купить могу. Ну посмотрим. Руны все я у меня уже есть. Ничего путного нет. Это же не мое. Ну, давайте хотя бы ледяную волну купим. Да, дурное дело не видно. Там не опупеть ли? Нельзя верить всему, что говорят. Вот и болотник пригодился. Все, надеваем теперь наше новое кольцо. И берем наш меч. Во! Теперь-то я спокойно могу идти на войну. Корн ждет меня у входа в свободную шахту. Да, кстати, я за всю игру ни разу туда не заходил. Я там мог поговорить с некоторыми рудокопами или наемниками, а также с их лидером, но... Там сейчас уже все мертвы. Нам там делать нечего все равно. Там бы нам ничего не дало, если бы мы туда пришли. Так, тут наемники. Блейд. Привет! А он тут что? В лагере все спокойно. А как у вас? У нас здесь всегда есть какие-нибудь проблемы. А, понятно. Тут он просто... болтает. Ну, знаешь, держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Наверное, ты прав. А вот и Горн. Ты пришел вовремя. Мы готовимся нанести ответный удар. Сперва мы хотим отвоевать свободную шахту. Сейчас отвоюем. Отвоевать вчетвером? А остальные что делать будут? Лобовая атака ничего нам не даст. Люди Гаммеза слишком хорошо подготовились к ней. Мы хотим перебить их по одному, незаметно. Думаю, нам это удастся. Ли просил меня передать тебе кое-что.
тебе будет поручено провести эту операцию. Ты же один из сильнейших магов воды, и у тебя богатый опыт сражений. Я пойду с тобой. Вместе мы справимся. Да, вместе веселее и легче. Сперва шахта, а что потом? Как только мы захватим шахту, мы будем искать тот проход в горах, которым воспользовались люди Гомеза. Когда мы его перекроем, мы снова сможем контролировать ситуацию. Понятно. Так, а почему вы выбрали именно меня? Но почему здесь понадобился именно я? Ты уже много раз доказывал нам свою храбрость и способность мыслить. Кроме того, ты лучше всех знаешь старый лагерь и его стражников. Думаю, только ты сможешь справиться с этим ответственным заданием. Окей. Ну-ка, ладно, пойдем покажем, на что способны свободные люди. Ладно, пойдем. Покажем этим непрошенным гостям, что значит зариться на чужое добро. Я так и думал, что ты согласишься. Тем более, нам как раз надо туда, искать того друга Уршака. Оружие к бою! Привет! Так, может, тут у него потренироваться с одноручным оружием. Здоров. Оружие. Так, подождите, тут что-то еще было. О, вот. Нет, нам не туда. Пойдем к шахте. Я буду ждать. Ну ладно. К шахте, так к шахте. Потому что я в прошлый раз, помню, вот играл, там еще он сказал. Здоров. Пойдем. Пришло время. Иди вперед. О, во-во-во-во-во. Да, чуть не забыл. Вот-вот. Вор по имени Волк хотел встретиться с тобой перед тем, как мы пойдем в шахту. Тогда я сейчас пойду что к нему. Хорошо. Вот я что имел в виду. Я что-то просто увидел, он не говорит про это, что Волк хотел со мной встретиться. А теперь сказал, все. Так что никаких проблем нет. Идем к нему. Наемник простой. Вот он, Волк. Так, Горн сказал, что ты хотел срочно поговорить со мной. Горн сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Рад, что ты пришел ко мне перед уходом. Перед каким уходом? Перед уходом в не такую свободную шахту. В чем дело? И что ты хочешь? Я придумал, как улучшить свойства наших доспехов. Да? И как? Самый прочный материал в колонии – панцири ползунов. Конечно, не тех мелких ползунков, которые прячутся в шахте Гомеза. Нет. Я говорю о других ползунах. О тех, что живут в нашей шахте. А, то есть их свободной шахте еще. Почти невозможно пробить. Еще сильнее. Их не берет никакое живут оружие. Еще сильнее. Если ты принесешь мне хоть один такой панцирь, я постараюсь сделать из него доспех. Как снять эти пластины с ползунов? Как добывать эти пластины с панцирей ползунов? Довольно просто. Спинные пластины скрепляются с основным панцирем только по краям. Их можно срезать, использовав очень острый нож. Я понял. Посмотрим, смогу ли я найти эти пластины. Так. А что тут? И ты говоришь мне все это, ничего не требуя взамен? Ну, не совсем. Если у меня получится сделать доспех из этих пластин, то я быстро, сильно. А, ладно, забудь об этом. Окей. Ладно, возвращаемся.
Здорово. Пойдем. Все, идем. Главное, чтобы Горн не отставал. Теперь тебе пришел конец. Еще один. Теперь тебе пришел конец. Осторожно! Они тоже охотятся стаями, как глорхи, только они гораздо опаснее. Мы должны остеры. Убить их. Ты же знаешь, я не люблю, когда за спиной остаются враги. Походу, они тут кротокрыса съели. Теперь тебе пришел конец. А, это волк его съел. Волк? Ой, там остеры. Ха. То есть тут только волки нападают на других. А остеры на крыстокрысов, я вижу, не нападают. Ну, давайте пока не будем их мочить, последим. Вон сейчас крыстокрыс залезет так близко, что глор... Остер, вернее, набросится на него. И... Он вон вроде где. Давайте-ка сохранимся. Ну и... Ладно. Где-то были у меня тут свитки ледяной волны. Чё, он у меня всего один? Тьфу ты. Ладно. План Б. Эти твари действительно здоровы. Да не по горну. Что ж, минус два остера. Давайте кротокрыса пристрелим, если, конечно... О, сработало. А остера? А, он жрать пошел. Эти твари действительно здоровы. Еще минус один. Последний. Эти твари действительно здоровые. Ура, новый уровень. Двигаем дальше. Вот и трупы пошли. Давайте их обворуем. Много всего нам это даст. Подожди-ка. Видишь эти тела? Иди ко входу в шахту, а я буду тебя прикрывать. Когда ты спустишься, я пойду за тобой. Вот, возьми этот ключ. Он открывает дверь в караульную у входа в шахту. Впрочем, мне тут пока бояться нечего, стражники там только...
возле этого. После входа в шахту. А тут я могу спокойно обворовывать села. У них тут есть чем поживиться. Потом продавать все будем. Стражники. Суини. Кто тут? Вор. У воров тоже есть чем поживиться. Ой, у них к тому же есть зельки. Жизненные. Это мне тоже пригодится. Я вот только не пойму, зачем тут старые монеты. Они вообще ценности никакую не имеют. Называется глаз воина. Ну-ка проверим, а он мощнее? Мощнее. Вот только требуется силы 96. Мне еще 18 единиц силы надо. Да. О! Мертвый стражник. То есть он кого-то убить смог. Так, стражников тоже. О, тут из стражников трупы. И наемников всех подряд. Короче, смешались кучу кони-люди, это называется. Только здесь коней нету, а только люди. Так, вот этих мы уже обыскивали. А этого нет. Еще трупы есть. Всех обыскал. Наверху, по-моему, тоже я обыскал всех. Да, тут я всех обыскал. Так, я не пойму, откуда... Ага, пришли вон оттуда. Так, погодите. Пойму, откуда я пришел. Точно не отсюда. И отсюда... А там тогда понятно. То есть, по-моему, я там еще не был. Или был? Не был. Ну что, сейчас будем дальше обворовывать. Да, я здесь не был. Сколько добра! Теперь я много всего на это куплю. А зелья мне пригодятся в шахте. О, прямо в доме труп. Да, чё-то я, блин, балбес, в дома-то не заглядывал. Надо было и дома обшаривать тоже. Вон тут в домах сундуки есть. Вскрыл. Да, только тут мало чего есть. О, еще один. А этот уже не закрыт. Кочерга. Нет, не буду я тут обыскивать сундуки, в них только фигня всякая.
еще один особенный. Простые они именами не обозначаются. Ой, ой-ой-ой. Опять я жахнулся. Хорошо, что не насмерть. О! Тут только крокат. У! Зато кровать есть. Я уже всех обшарил. Идемте вниз. Эти обшарены. Да, так. Так, ладно, значит, можно спускаться. Ай! Ой, ё-моё. Зашибись. Опа. Стражники. С ними лучше сохраниться. Пока ненормальный. Я с ними разговаривать могу. Ну и... Как дела? Ищешь неприятностей? Главное, сейчас они пока не атакуют, а сейчас начнется. О. Так, кто тут у нас? Предатель, который перешел в другой лагерь. Если бы ты не связался с этими неудачниками, ты бы все еще смог присоединиться к нам. Теперь та руда, которую ты мне заплатил, тебе не поможет. Ты слишком далеко зашел. Зря ты напал на шахту. Но все получилось как нельзя лучше. И тебе уже ничего не удастся изменить. За это я ручаюсь. Эй, он не должен уйти от нас живым. Настал твой час. Пощады не жди. Беги, беги, все равно догоним. Беги, беги, все равно догоним. Не... Эй, а ну верни мою руду, ты паршивец. Ха, это я твою руду заберу, надо тебе платить ее. Все равно вон закончилось этим. Так, обворуем вот этого рудокопа. Странно, они так называются тут, скребки. Скребками называются тут, походу, рудокопы в свободной шахте. Почему же у них название такое странное? Сразу достану меч. Настал твой час! Пощады не жди! Ты что, не будешь со мной даже разговаривать? Этот трус от нас уходит. Беги, беги, все равно догоним. Хрен вам. Мы в доме спрячемся. Снова надо отоспаться, а то я не могу спать сейчас. Ну точно, тут же враги атакуют. Да они вроде вон. А нет. Ой. О нет. Надо просто смотаться подальше, и тогда они успокоятся. А теперь я могу спать. Стоп, тут же нет кровати. ВТФ. А, там горн с
ними сражается. Замочил одного, еще одного. Да блин. Видимо, надо сначала избавиться от этих... О, избавились. Теперь, наверное, можно спать. Опять. Да что ты будешь делать, ё-моё? А, он еще не сдох. Сейчас точно сдохнете. Отлично, парень. Спасибо. Теперь могу спать. Все убиты. Да, кстати, когда у меня тут меч будет один, то он будет уже сразу убивать. Длань стражника. Меч. Тяжелый арбалет. Так, а длань стражника? Нет, не мощнее. Так, а тяжелый арбалет? Я его использовать-то могу? Могу. Я забираю свою руду ко столу. Ко мне. Давайте-ка я его подожду. Ай, куда я... Опа-на! Как это я так пропустил? А, ну они ж тут стреляли, уронили свое оружие, когда я их убил. Давай, давай, иди, мы тебя ждем. Я слышал, как на тебя кто-то напал и пришел на помощь. А, это был один старый знакомый. Но с ним уже разобрались. Ну что, пошли? Здоров. Оружие. Вперед. Вообще-то сейчас со мной пойдет. Вот мы и в свободной шахте. Они все стреляют. Настал час расплаты. Тут трудно, кстати, в этой шахте сейчас будет очень. Надо быстро всех убить.
дают мне зарядиться. Ладно. Сейчас я их всех... Да блин! Поможем. Ага, вот. Получай, стрелок. Давай, иди сюда, ты говно собачье. Ублюдок. Если будешь лезть ко мне, ты сильно пожалеешь. Это ты пожалеешь. Ой! Стрелки! Я вылез из шахты. А ну-ка обратно, там же трупы исчезнут. Ой-ё! Ой-ой-ой. В укрытие. Здесь он меня не достает. Не, трупы стражников, походу, не исчезают, как трупы зверей. Горн, разберись-ка с ним. Обшарим все трупы. Арбалетик. Продадим. Стрела. Все это, несомненно, пригодится нам. Суп из ползуна. Жрачка. Один труп стражника, которого замочил этот Горн. Так. Надо еще тут все обыскать. Ой, паутина. Походу, тут ползуны находятся. Да, вон он. И он совсем не похож на ползунов из старой шахты. Восполним жизнь. Да и ману тоже. Ну-ка посмотрим. Воин ползунов. Посмотрим, как ему понравится мой арбалет. Эти твари действительно здоровы. Не особо много он ему, конечно, наносит урона. И меч мой. Здесь могут быть еще ползуны. Да, так и есть. Удар. Теперь в цель. Эти твари действительно здоровы. Он на самом деле дохлый. Это просто баг. Да.
просто баг. Я забагал ползуна. А сюда мы еще придем, только попозже. Нам еще всю шахту надо очистить от стражников. Тут еще призраки будут из старого лагеря, но они нападать не будут, а только убегать. Зато горных будет все равно мочить. Ну ладно, все равно мы и их, наверное, тоже убьем. Опыт получим. Ладно, тут нам больше нечего делать, лезем наверх. Надо сохраниться. Там ведь полным-полно стражников. Так, а Горн, он уже вылез? Ага, он с нами. Наш дружок-пирожок. Да, кстати, мы панцирь ползуна собрали. Он волку пригодится. Нам нужна мана. Жахнем стражников. Стрелок! Справимся от него. Yes. Он сдох. Ой, а там ползун. Да, походу, не сдох. Отлично, парень. Стрелок. Он на стрелка побежал. Походу, он там с ползуном столкнулся. Упал и столкнулся с ползуном. Даже там два ползуна. Отсюда не могу, слишком далеко. Тут ползуны. О, могу отсюда. Но он стреляет. Получай. Yes. Ловко я от него избавился. Если он, конечно, мертв. А если нет, прикончим его. Мертв. Отлично. От магии дохнут сразу. Стоп. Тут кому-то все еще посчастливилось выжить, и он добывает руду до сих пор. Какой-то рудокоп. А, вон он. Да он там... Ничего. Он не понимает, что свобода пришла, и что валить надо отсюда. Там будет спуск дальше с кучей стражников. Идемте поможем Горну. Стоять. Как туда спуститься? А, вот как. Или можно помочь Горну на расстоянии. Расстрелять всех ползунов. Главное не промазать. Я промахиваюсь от того, что они постоянно в движении. Ну же, замри. Вообще, не туда выстрелил. О! Блин, опять я промахнулся. Yes, попал. Теперь он на меня переключился.
Ладно, хватит тратить стрелы. Зря. Их и так не шибко много. Ё-моё, он действительно огромный. По-моему, он побольше, чем те ползуны из старой шахты. Горн застрял. Целительные травы, пивко. Так. Ага, больше их нету. Все, лезем. Нам пора дальше, еще ниже, в шахту. Так, где там проход дальше? Вон там. Горн с нами? С нами. Начинаем спуск. Эй, что за... А, не ту кнопку нажал. Кто тут? Горн жахнулся. Стоп. Но он, блин, бесстрашный. Если б я так сиганул, мне бы жизнь снялась. А Горн пошел всех мочить. Ну, спасибо. Ты нам облегчишь дорогу. Стоп, их всех больше убить не надо. Суй свой нос. Они же не сдохли. Он их не топил. Ты даже не успеешь пожалеть об этом как следует. Еще бежит. Поздно раскаиваться, сейчас я тебя убью. Вдвоем его. Так, он еще живой. Отлично, парень. Спасибо, Горн. Да, неплохо мы поживимся на этой войнушке. Вскарабкаться. О, во! Эликсирчики. Так, подождите. Мы хроманин так и не прочитали. Я нашел книгу. О, боги, за что же я, простой смертный, удостоился чести получить столь великое наследие? Меня страшит одна мысль о том, что я могу вновь это потерять, совершив недостойный поступок. Мудрый рыбак время от времени ищет удачи на другой стороне озера. Возможно, я знаю, про какое озеро тут имеется в виду. Скорее всего, про озеро рядом с новым лагерем. О, еще один рудокоп. Или скребок, как их там. Пофигу.
Чё они тут, блин, забыли? Им сматываться надо. И почему их не убили стражники? Ага, тут походу плавилось. Тут призраки теперь. Ой, стражник. Настал твой черед. Пощады не жди. Убей его, Гор. Там призраки. А есть один стражник. Сначала стражника. Отлично, парень. Несуй свой нос сюда. Где? Что за... Блин, он сейчас свалит. Ладно, я его еще догоню. Стражник. Еще один. Отсюда я его не достану. Но только не магией. Ха. Кажется, я убил рудокопа. Отлично, парень. Дальше идемте.
Только я уже забыл, куда. Стоп. Целительные травы. Кирка. Тупик. Еще один труп рудокопа. Но этого-то я вроде не убивал. Стражник. Добудем руду. Удачи, удалось добыть пару кусков руды. Отлично. Так, быстро спуститься тут не получится. Поэтому давайте-ка сохранимся. Может быть и получится быстро, конечно. Главное, чтобы удалось. Уи-и-и. О, не жахнулся. Ой. Это там. А, призрак. Уматывает. Ну ладно, пусть уматывает. Так, я не понял, куда сейчас дальше надо идти? Труп рудокопа? Ха, а я не хотел проверять еще это место. Ой, шахнулся. Надо обшарить этот труп. А, это труп стражника. Ха, вот это я промахнулся. Ох! Да, еще одно такое падение, и мне пипец. Эй, Горн, спускайся давай. Наконец-то я убил этого призрака. А то убегал постоянно. Так, обязательно выпьем парочку зелий. А то сейчас еще одно такое падение, и мне точно пипец. Так, а вот тут как-то темновато. Сказал, слишком темновато. У меня с собой факелов нету, что ли, вообще? Блин, и нафига я их продал? Нафига я их продал? Темно же. До жути. А у рудокопов что, факелов вообще нету? Кувшин. Темнота. Арбалетная стрела. Эти твари действительно ползут. Еще один ползун. Зун мертв. Еще один. Твари действительно здоровы. Эликсир. Больше тут нет ничего необычного. Никаких ползунов. Никаких ползунов. Опа-на. Орчье снадобье? А, ну вообще-то Тароку этому пригодится. Тар богов книга.
это за книга? Про магию, короче, тут что-то. Отлично, мы нашли зелье для Тарока, теперь его не надо будет искать. Только теперь надо найти самого Тарока. Тарок это так орка зовут. Больше тут нет ничего необычного. Никаких ползунов. Вроде никаких. Тут дохлый ползун, которого Горн убил. Да, кстати, а где сам Горн? Горн? Вон он. Не отставай, давай. О, наконец-то, снова светло. А вон и Тарок сидит. Эти твари действительно здоровы. Факел. Оркраб. Это вот тот самый Тарок. У него жизни нет Тарок совсем. Нужно помочь. Тарок ранен. Ты говоришь по-нашему? Ты можешь говорить на нашем языке? Тарок раб солдаты много дней. Тарок слушает люди. Ты случайно не знаешь Уршака шамана? Ты случайно не друг шамана Уршака? Уршак раб как Тарок. Уршак бежать много зима назад. Твой дух сказал мне, что ты можешь сделать для меня Улумул. Тарок очень слабый. Нет зелья. Тарок умереть. Чужак принести зелье, а Тарок помогать. Что случилось? Тарок закрыть здесь синий солдаты. Потом везде идти красный солдаты. Красный солдаты всех убить. Тарок убежать сюда. Красный солдат и не ходить сюда. Они боятся Кахлук. Помочь. Тарок ранен. Кахлук, то есть это... ползун, наверное. Что такое Кахлук? Там много больше зверь. Много ног. Ползун. Кахлук опасный. Хотя есть люди и орки. Так ты говоришь о ползунах? Я правильно понял? Что я могу для тебя сделать? Чем я могу помочь тебе? Зелье найти, я уже Тарок в курсе. Тарок нужны сильные зелья, а то Тарок умирает. Какое тебе нужно зелье? Кахлук травить Тарок. Тарок нужны зелья. Тарок пил зелье, но потом теряй. Тарок не найти. Вот, я нашел твои лекарства. Вот, я нашел тебе зелье. Чужак неплохой, как другой солдат. Чужак хороший. Тарок сказать спасибо. А ты можешь дать мне Улумул? Чужак помогать Тарок. Тарок помогать чужак. Чужак надо кротак. Хастак, Двахкар и Орфантак. Чужак принести это и Тарок делать Улумул. Так,
Что такое кротак? Что такое кротак? Язык огня. Быть язык ящерицы огня. То есть язык огненной ящерицы. А где живут эти ящерицы огня? Ящерица огня жить дома. Дома дорог. Чужак хорошо искать. Еще есть ящерица огня возле большая вода. Понятно. Что означает хастаг? Что значит хастаг? Рог мракоис, острый как нож, твердый как камень. Где я смогу найти мракоиса? Ну я знаю, они внизу живут, или в пещере. Или пещера. Не любить свет. Очень опасный. Чужак, будь осторожный. Так, а что такое двахкар? Двахкар? А что это такое? Зуб под балаташор. Когда он кусает, никто больше не убегает. Ну, балаташоров где я знаю, где балаташор? Искать на болоте. Много в лагере братства. Где лагерь людей. Лагерь на болоте. Это уж я знаю, где балаташоров искать. Что такое орфантак? Что такое орфантак? Зуб большой тролль. Делать дырка насквозь. А где можно найти тролля? Да вот с троллями тролль как раз проблема. Тролль жить, где горы. Любить много места. Чужак искать в горы на север. Только бояться кулак тролль. Кулак бить. Чужак падать вниз. Я пойду, ладно? Чужак, иди еще. Ладно. Я тебе еще принесу все, что нужно для Улумулу. Ну, вообще-то я знаю, в принципе, где тролли искать, потому что я уже играл. Тролль здесь находится сейчас рядом со старой шахтой. Что удивительно, так раньше его там не было. Он появился только тогда, когда... Так, астрономия книга. Короче, он только тогда появился, этот орк. Точнее, тролль. Когда Тарок дал мне задание Улумулу искать. Ну, искать ресурсы для Улумулу. Ой-ё, тут два ползуна. Куда я, блин, бью? Ладно. Сохранимся. Одним ползуном меньше. Двумя меньше. Столько челюстей ползунов, и жаль, что корголому их нельзя отдать. Ведь корголом уже плохой. И он ушел в храм спящего, куда мы вскоре пойдем. Ладно, а теперь нам надо выбираться из шахты. И я знаю, где найти короткий путь. Йо. Я, кажется, заблудился. Во! Так гораздо лучше. А вот и короткий путь. Через логово ползунов. А вон и Горн уже меня поджидает. Быстро ты как? Быстро он здесь оказался. Очень быстро. Стоп! Там что-то есть. Сыр и суп из ползуна. Ладно, Горн, идем за мной. А ты чего по второй-то лестнице не лезешь?
еще грибок. А теперь пора уходить отсюда. Старая книга? Что за... Я не помню, чтобы я находил ее здесь. Я в первый раз вижу здесь хроманин, это честно. Я хоть и играл раньше в эту игру, но я хроманин здесь не находил. В шахте. Я находил хроманин только в этом, как его. На пляже ящериц. Следующая книга должна быть, а не здесь. Очень странно. Я нашел книгу. Фу ты, не на... Я хотел сказать, он не в огненных ящерицах находится. Я хотел сказать, он находится там, на другой стороне озера. А тут вообще в шахте нашел. Какое тут озеро? Так, я и не смею надеяться, что однажды увижу хроманин. Дни пустых странствий и стенаний миновали. Так легко будет достигнуть абсолютного совершенства. Мне осталось совсем немного. Давно забыты поступки тех, кто некогда был в команде. Еще старая книга? Или это баг? А вот и пятый том. Я нашел книгу. Но я не должен идти по этой тропе в одиночестве. Я поделюсь своей силой с теми достойными, кто придет ко мне, кто найдет меня. Надеюсь, они придут скоро. Ты найдешь меня там, где все это началось. Где все это началось? В башне скелетов. Понятно. То есть то, что тут книги появились, это, наверное, баг. И походу тут абсолютно все книги будут. Если б я собрал первую, приходил потом в шахту, когда играл. Так что... Да, странный, конечно. О, нелегко нам далась эта битва. Никогда согласен. Бы не подумал, что люди Гомеза способны так обороняться. Главное, что мы смогли освободить от них нашу шахту. Я останусь здесь и буду следить за тем, чтобы никто чужой сюда не прошел. Ну ладно, пока, Горн. Я возвращаюсь в новый лагерь. Хотя, чё мне... Долго-то так трудиться. Он тут уже, вон, воры и наемники охраняют шахту. Сатурас. Во имя! Надеюсь, у тебя все получится. Так, тут нечего. Так, а у меня сейчас какой круг магии? Точно, пятый же. Ну я и балбес. Почему же я забыл, что у меня пятый круг магии? Я ж мог... А что за баг? Я же мог использовать эту руну. Я же мог использовать руну «Ледяная волна». Ну я и балбес. Блин, я бы легче тогда сумел завалить, наверное, всех с помощью этой руны. А я, балбес, не воспользовался ею, потому что считал, что у меня этот, только четвертый круг, а у меня же пятый. Так, ладно, мне еще надо к Диего бежать. За силой. Я собрал пластины всех убитых ползунов. О, еще новый. Отлично. Уровень. Я займусь этим прямо сейчас. Это займет много времени? Не знаю. Я же никогда еще не обрабатывал такой материал. Заходи ко мне, когда у тебя будет на это время. Так, а я могу сейчас с Ларсом повидаться? Он может меня обучить? Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Сили. Он вроде как, если к новому лагерю присоединиться, он может силе и ловкости обучить. Надо выждать время. Здесь нет Ларса. Где он? Шарки. Мне
О, он тоже торговец. Нельзя верить всему, что говорят. Удар грома, урон 79. А у топора глаз воина сколько урона? Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. 96? Не, а сколько мне силы надо? 18 единиц, ё-моё. Об этом слишком много болтают. Шрайк. Такое со мной больше не случится. Идлкаган, но я знаю его. Ладно, уходим. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Идем. Надо здесь найти того, кто... Силе обучает. Хотя б Ларс, что ли. А то не хочется мне бежать к этому, как его. Мне не хочется сейчас бежать в старый лагерь. Это уже давно далековато больно. Слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Так, может, Ларс где-то тут? Чужие проблемы не мое дело. Все. Воры тут охраняют. А вот и Ларс. Нет, он не обучит. Блин, жалко, значит, в старый лагерь придется бежать. Ну ладно, и на этом прохождение подходит к концу.